Девчонки и мальчишки, всем огромный-огромный привет! Сегодня у меня обзор на такие, так скажем, предвесенние покупки, предвесенний заказ у компании моей любимой уже много лет Faberlic. И перед вами, так скажем, бестселлер этого заказа, кульминационная такая вещь. Я вообще долго думала, заказывать, не заказывать, но мое любопытство взяло верх. Я думаю, нет, я их все-таки закажу. Это перед вами очки. Очки маска, которые в этом сезоне, почему я и заказала, самые-самые модные. В этом сезоне модно носить огромные очки на пол лица. Вот эти как раз таковыми и являются. Но они на самом деле просто бомба. Они мне идут. Как мне кажется, ну, мне и сын так сказал. Вот. В них очень удобно. Они очень легкие. Фотографию я попытаюсь вставить в это видео, как они мне. Вот, надеюсь, мне удалось вставить фотографию. Вот. И, в общем-то, что мне еще про них сказать? Ну, классные, вообще супер. Не ощущаются на лице. Исправляют, так скажем, если у вас такой не очень аккуратный нос. Подходит для квадратного, для овального типа лица. Для узкого, конечно, они не подойдут. И вообще они круто смотрятся. Они вообще очень круто смотрятся. И самое интересное, что они пришли вот в этом футляре. Когда этот футляр лежал в заказе, я вообще понять не могла. Думаю, что такое я заказала, что может быть в таком вот прям обалденном футляре на камеру. Как-то вот, может, он не очень сейчас на искусственный цвет. Ну, при дневном свете он вообще такой, знаете, ну, видите, такой космический просто. Офигенский такой футляр. Faberlic Sport написано. Ну, в общем, тоже еще такое приятное дополнение, так скажем. Очки весной — это всегда актуально. Здесь, кстати, очки вообще актуальны круглый год, потому что живу я на юге. Так, ну что по весне хочется? Кокетство. Да-да-да, хоть сколько вам лет, вам все равно хочется пококетничать. Поэтому колготки очень в этом способствуют, Причем колготки не просто обычные черные, а колготки в горох, в крупный. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот что мне нравится, что смотрите, какой широкий пояс у них. 20 ден колготочки с хлопковой ластовицей. Вот такой вот крупный горох. Здесь имеется хлопковая, вот видите, такая штучка, усиленный мысок. Колготки вообще у Faberlic отличного качества. Мне вообще, я им давно уже пою дифирамбы, поэтому обратите внимание, кто любит кокетничать. Вот такие колготочки, значит, можно приобрести. Я их хочу носить под черные кюлоты. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, очень давно хотела, вот, обожаю горох, тем более в этом сезоне он тоже как никогда актуален, поэтому всегда хорошо будет что-то иметь горошек. Так, весна, защищаем кожу от избыточного солнца. Я не знаю, как на Урале там его не хватало, но здесь его просто с избытком, поэтому бальзам с SPF 30. И с ухаживающими маслами здесь как нельзя, кстати, обалденный. Вот я не знаю, я ни за что бы не подумала, что у Faberlic такие классные бальзамы. Сейчас буду постоянно такой Faberlic заказывать. С очень приятным запахом. Очень нежный. Такой маслянистый, хороший, так хорошо увлажняет губы. Ну, просто прелесть им пользоваться. Обожаю. Опять мой must have. Буду заказывать еще, если он будет. Так, весна, ветер. Здесь на юге обязательно без ветра никак. Весна, тем более февраль, март, вы сами знаете, везде будет ветер. Руки обветриваются. Если перчатки вовремя не надел, все,
Обязательно крем. Хороший, плотный крем. Вот этот вот крем с серии La Creme. Очень классный. Не написано, что он защитный, но я бы его отнесла именно к защитным кремам. Написано, что он обновляющий. Ну, это значит хорошая регенерация, хорошее, значит, обновление кожи. Здесь он содержит лактобактерии. Он, видите, с молочными протеинами. Ухаживает, смягчает, обновляет. 75 миллилитров. В общем, запах у него такой ярко выраженный. Косточковый. Обычный белый. Такой, знаете, миндальной косточки. Легко впитывается, но и создает такую, знаете, защитную пленку. Понравился мне крем. Вот обратите внимание. И, кстати, стоит что-то около 80 рублей. Точно вам не скажу. Так, весна. Еще раз. Укрепляем здоровье витаминами. Если есть какие-то проблемы с пищеварением, пожалуйста, вот я себе заказала сила ферментов. Называется Enzy Power. Ферментированный такой БАД. Содержит, сейчас я вам скажу, что яблочную клетчатку, порошок папайи, порошок ананаса, панкреатин, порошок куркумы, экстракт артишока, ну и там дополнительные вспомогательные штуки. Еще не пробовала. Буду, значит, во время еды или после еды принимать, написано. Вот так вот они выглядят. Они без оболочки. Запивать их нужно стаканом воды. Одну, по-моему, или две штуки за один прием. Посмотрим, ничего пока сказать не могу. Но отзывы хорошие. Ну, это мой must-have уже очень много лет. Это производит мой любимый родной город Екатеринбург. Это живица, это кедровая вытяжка из кедровых орехов. Здесь находится кедровое масло и сама вот эта вот живица. Наверное, правильно живица. Я 100 лет беру и не знаю, как правильно читается. Наверное, живица. Вот. Здесь 90 капсул. Можно по 3-5 штук в день. Я бы вообще их, я не знаю, сразу бы, наверное, все съела. Обалденная вещь. Я никогда не глотаю. Я всегда держу во рту для полного растворения. Для меня это просто кайф. Поддерживает иммунитет. В общем, тоже по весне классная вещь. Так, что еще весной хочется? Красоты. Что-то нового из косметики. На бонусы уже заказала вот таких вот две помадки карандаш, помада карандаш. Значит, в каталоге они 149 рублей каждая стоит. Есть еще тени для век. Тени не пробовала. 2,5 грамма здесь как бы немного, но очень удобно пользоваться. Я когда брала, думала, будет полупрозрачный цвет. У меня не было каталога. Но вот как вы видите на фото, цвет плотный. Сейчас я вам сделаю сводчи. Цвет плотный, без блесток, без шиммера. Это номер у меня. Сейчас скажу. 40606. Вся рука поцарапана, потому что у меня код такой молодой, активный очень. Так, и значит, коралловая 40608. Вот так вот она выглядит. Давайте я сейчас так нанесу. Как вы видите, помады не матовые, без шиммера. Просто такой хороший сатиновый финиш, плотный, укрывистый. Долго держится. Ну, защищает губы. Вот. Имеет такой какой-то приятный цветочный, что ли, аромат.
помады, в общем, неплохие. Вот. Называются Art Stick. Вот таких вот две, значит, штучки. Так, дальше. Дальше. Это тоже на бонусы было приобретено. Это полоска для очищающая. Для, в общем-то, широких. Для черной точки убирает, поры сужает. Очищает поры. Здесь одна штучка. Самое главное, здесь содержится масло мануки. Масло мануки — это вообще чудесная вещь. Вот пока могу только показать. В следующем видео, наверное, в видеообзоре про Faberlic, я, наверное, вам уже просто вскрытую покажу и скажу свои ощущения. Но я пока не пробовала. Вот такая вещь есть. Так, дальше. Ну, это уже идет мужской уход. Мне давно нравился аромат у Ланцелот. Вообще нравится сама упаковка, нравится название. Поэтому купила своим, не знаю, кто... С шампунем явно сын будет пользоваться, дезодорантом не знаю, кому понравится. Мне кажется, они поменяли запах. Шампунь очень такой плотный. Он уже с кондиционером, с кондиционирующим веществом. В общем, предназначен он для тех, у кого длинные волосы у мужчин. Вот у меня у сына как раз таки не короткие. Вот. Ну, такой приятный мужской запах. Здесь 200 мл. Будем пробовать. Дезодорант и антиперспирант. Антиперспирантами пользуемся только раз в неделю, если кто не знает. Пользоваться часто ими нельзя. Но они хорошо помогают. Так, дальше. Ну и последнее, что покажу, это я докупила, то есть дозаказала из коллекции Faberlic Дом и Юлия Высоцкая. Конечно же, вот эти вот бокалы, два бокала. Отведает и из моего кубка. Мы с сыном, в общем, их называем кубками, потому что они такие тяжелые. Очень тяжелые, массивные такие. В общем-то, ну, бокалом сложно, наверное, назвать такой вот кубок. Синий цвет сапфировый, конечно, меня просто поражает всегда. Я обожаю все из голубого и синего стекла посуду, поэтому как я могла удержаться? Вот еще приобрела парочку. Кстати, в этом периоде каталожном цена на них ниже, поэтому советую всем приобрести. Это был весь обзор. Надеюсь, вас надолго не задержало. Скоро увидимся. Пишите, комментируйте. Всем пока!